Всем привет, с вами Тапчик, это вас, с вами я, Ксюша. И сегодня у меня челлендж 24 часа в палатке. Сейчас я соберу вещи и вернусь к вам. Возьму вот такой фонарик, вот такой пистолет, кремушек. Правда, зачем, не знаю, но все равно возьму. Возьму свою подушку и кучу мягких игрушек. Возьму вот такую штучку, которая светится. Есть много режимов всяких. Ну, еще много вещей возьму. Берем кубик-кубик и салфетки. Еще возьму такой клей. Поскольку мне нужно освещение, я взяла фонарик. И здесь есть такая вот ниточка. Я прикрепила, и у меня получилось вот такое освещение. Вот так вот оно светит. Я думаю, в принципе, что сойдет. На ночь там включить, что-то посмотреть. Вот, сейчас я буду чем-нибудь заниматься. Правда, чем, я не знаю. Мне очень скучно. О, у меня есть кубик-рубик, я его пособираю. Правда, я его не умею собирать. Ну ладно, попытаюсь. Стюардард, заказ готов. Кубка Боб, тебя что, не учили соблюдать? Закрываем. Папа. Все закрыто. Блин, тут светит, ну ладно. Все, ребят, сейчас уже вечер. Я, наверное, сейчас буду читать книжку. Вот, и когда прочитаю уже книжку, будет ночь. И я уже лягу спать. Вот, сейчас я прочитаю книжку и вернусь к вам. Все, ребята, я прочитала книжку. Теперь мне одеяло. Подождите. Вот. Сейчас я уже буду спать, но утром к вам вернусь. Всем доброе утро, ребят. Я прошла этот челлендж. Вот, смотрите, утро. Видите? Класс. Теперь можно выходить из этой палатки. Я выбралась на волю. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.